Даже в темноте охотники по-прежнему осторожны. Как правило, мурены используют норы для подготовки своих внезапных атак, также обеспечивая успешное бегство. Но это не относится к геометрической мурене. Она активна в любое время дня и ночи, что делает ее наиболее уверенной, когда она покидает свое убежище. Эта самоуверенность и делает их одними из лучших охотников на рифе. Замаскированная в песке солея движется осторожно. Эта рыба может изменять свой цвет от коричневого до зеленого, чтобы маскироваться на фоне дна, по которому она движется. Ее глаза – единственное, что выделяется на фоне дна. По мере взросления глаза будут все ближе перемещаться ко рту. Ее плоское тело позволяет скользить по морскому дну гораздо быстрее, чем может показаться, особенно в случае побега от хищников.